Я могу задрать ей юбку. Всем привет, с вами Доки Трэш, и мы сегодня играем снова в Крестного Отца. Те видео, которые выходили недавно, они старые. Вперед, Доминик. Они старые видео. Приятная и просто сеньор. Я только начал заливать. А это вот новое, недавнешнее. Какое число? 9 ноября, ёпта. Короче, вот, будем, короче, действовать быстро и легко. Будем коротко просто это все записывать. Я не буду записывать каждый слушак. Оказывается. Это наш город, компренде. Так, это мы на территории Альмейды. Нам, соответственно, нужно как-то по-другому сейчас зайти. Здесь мы не пройдем. Я вижу. Ох ты ж, ёб твою мать. Замочил, гада. Все, короче, сейчас начинаем захват. Так. Чё, сука? Ты что, самоубийца? Давай. Ой. Бей меня. Я не буду тебя бить. Не вот это у нас. Думаешь, это плохо? А! Если они умрут, кровь Блядь. Будет на тебе. Ну ладно, чё. Так, идем захватывать новое. Новую хуету. Это мы хотели взять контрабанду оружия. Тут у нас тоже контрабанда оружия, да? Крепкая дверь, босс. Так, мы должны... Будем как-то, наверное, обойти его, да? Вскрой замок! Ну ты быстрее, Последний блядь! Последний рычажок. Потерпи. Теперь чего? Бросай! Ну вот так заходим. Территория. Ха-ха-ха! Блять, шея вытянулась. Сейчас по... Следующее попадет тебе между глаз. Зачем им умирать? Одетая? Ну и заебись. Убери оружие! Прошу, не меня! Ну ладно. Лучше не дергайся, пожалеешь. Мне Говнюки, на которых ты работаешь, не стоят твоей жизни. Я справлюсь намного лучше, понял? Ладно, тебе нужно мое заведение, бери. Ну и все. Так, еще одна контрабанда оружия. Сейчас мы тут Этот разберемся. Этот бизнес только кусочек мозаики. Скоро весь город будет наш. Отрубай. Ну давай же! Шеф, господи, кровавая баня. Убери оружие. У меня тут есть кое-что. Бедный. Знаю, казалось, наверное. Совсем трухлявая. Потерпи, остался последний тумблер. Заперто. Хоба. Там еще один. Баста, сукинс. Адьос, парниша. А я не помню даже таких локаций больших. С маяком, блядь. С
портом целым, нихуя себе. Я мистер Белый, да, мистер Уайт, а они все Блэки. Тут еще один. Сайонара. Пожар. Нихуя себе. Ну давай, приходи в себя, парень. Не думай, что у них что-то серьезное. Расплю последний фиксатор. Готово. Шеф, ну... Паф! Отлично! Надеюсь, ты застрахован, урод! Влепил между глаз. Опа. Деньги есть. А, вот ты, чувак. По ушву достал. Ты смотри, кто тут у нас. Я понял, все серьезно. Не стреляй! Он вон там! Эй, бля! На, получай! Прошу, убери пушку! Боже, не бейте! Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка! Давай деньги! Ладно, бизнес твой, только постарайся не облажаться. Ся! Ах ты ж, сучара, выжил! Ну ладно, попытка номер два сейчас будет. Ух, сука. Сейчас кому-то пизды дам. Блять, у меня медика нет. Это хуёво. Доминик, они бьют по нашим заведениям. Закрыто. Бля, никого нет, я что, всех перебил, что он просто восстановился и все, а охраны нету. Моя сестра мне так и не перезвонила. Все назад! Ты же не хочешь, чтобы был Бобо? Еще одна пуля, и тебе конец. Я не выживу. Будет им урок. Чем им страдать? Подумай сам. Бросай! Плевать. Плевать. Вон там кто-то! Чё, сука? Убери, я просто пушку. Нажму на курок. Пожалуйста, нет! Сказал же, я заплачу. Ты знаешь, кто я и на что я способен. Если не хочешь стать трупом, отдашь мне свой бизнес. Прекрасно. Тебе нужно это место, оно твое. А вот наша красотка. Доминик. Мария, что тебе от меня нужно? Нужна помощь. Я все знаю про Эль-Президента, что вы пытались сделать. Он в порядке. И, Доминик, я вас прощаю. Ведь мне больше некому довериться. С чего ты взял, что можешь мне доверять? И чем докажешь, что это не подстава? Взгляните на меня. Я не лгу вам. Я в беде и прошу вашей помощи. В правительстве есть люди, которые во всем обвинят меня. И хотят убить меня. Того, кто хочет меня убить, зовут Родриго Борхес. Мы вместе работали у Кастро. Но он продажный и опасный. Я боюсь оставаться с ним наедине. Он открыто заявил о своих подозрениях при всех. Доминик, убейте его прежде, чем он расправится со мной. Согласны? Хорошо, я им займусь. Но мне не интересно подставляться за даром.
Услуга за услугу. У вас есть связи, вы можете сажать людей в тюрьму, отправить на кичу по-нашему. Надеюсь, вы умеете возвращать долги? Пахнет же не одни. Отойди, я выйду. Так, это у нас что? А, поджог. Черт, все сюда! Заложи заряд. Берегись, у них тут снайпер. Можно все решить по-хорошему или по-плохому. Отвлеки их! Садись в машину. Нельзя? Вот прикрой меня! Отвали с дороги! Я не могу! Так. Бежим. Так, миссия. Заодно и миссию выполним. А! Как так вышло? Как, блядь? Убери пушку. Вот он, крыса. Наверное, послышался. Снайпер, укрытие. Я вижу. Эх, меня убили, съебаться не удалось. Ты что, маньяк? Эй, амиго, ты узнаешь меня? Да, ты шеф полиции. Капитан де ла полисия. У американо талант к языкам. Буэно, меня зовут Хайме. Хайме Агассис. Американо, твоя репутация опережает тебя. Но я слышал, что у тебя есть и другой дар — умение решать проблемы. Я прав? Я не знаю, что ты слышал, но я слушаю. Говори. Буэно, вы, американос, думаете, что мы тут на Кубе не уважаем закон. Но вы ошибаетесь. Кубинцы закон весьма уважают. Они уважают меня и моих омбрес. А если кто-то посмеет не уважать, то им нужно преподать урок. Полицейская крыша в этой стране стоит денег, или ее можно заслужить. Владельцы цементного склада Баталия не делают ни того, ни другого. Покажи им, что нарушение законов природы влечет последствия. Сорви их заведение, американо. Я знаю, ты это умеешь. Договорились? Да, капитан, договорились. Но вот чего я хочу взамен. Когда я закончу, ты упрячешь в тюрьму людей из неугодной мне семьи. Компренде? Адьос. Такие дела. Так, захватываем бордель. Блядь. Не вынуждай меня стрелять. Слышишь? Там на крыше, наверное, он. Блять, непонятно, где у этих шлюх, блять, главный. Владелец заведения умер. Как-то случайно, блять. Опять дверь надо было вскрывать. Не успели вскрыть, написано, он умер. Ты застрахован, урод! Отмывание денег. Да ёбаный хуй. Держись, парень, держись. Босс будет рад услышать это. Ну давай, приходи в себя, парень. Доминик, у тебя серьезное ранение.
Нужно было остаться в школе. Да ёбаный рот. Убери пистолет. Кому ты платишь за крышу, а? Дерьмово они делают свою работу. Ты заслуживаешь лучшего, кабишь? Да, я буду платить. Каждую неделю, я обещаю. Yes. Так, короче, что у нас тут? Азартные игры. Она сказала, что я вижу его. Будешь сотрудничать? Пошли обратно. Сколько это стоило? Земля пухом, Доминик. На, сука. Ну давай, приходи в себя, парень. Быстрее. Все, ты вышел из строя, так что успокойся. Все, это ты зря, придурок. Ты что, самоубийца? Осторожно, не сбегай с этих мест. Малекс, ты подольно, наверное. Видишь, как ты строил, а? Следующая взорвет тебе мозг, идиот. Убери ствол. Не вынуждай меня стрелять, слышишь? Союз. Ты знаешь, кто я и на что я способен. Если не хочешь стать трупом, отдашь мне свой бизнес. Прекрасно. Тебе нужно это место, оно твое. Все разваливается. А, придурки, смотрите, куда прете. Надоело выгребать стекла из кармана. Ёб твою мать, а как пройти? Окна. Эй, нет, вы двое, нет, прекратите. Нет. О, машинка. Давай, давай, отпирай его. Ну чё, сука? Не стреляй. Каков твой ответ? И где теперь твои друзья? Они не защитили тебя. Так почему ты не хочешь работать со мной, а? У меня ничего больше нет. Пошёл ты. Прошу, что, кретин? Боишься? Ты оглох? Может отрезать тебе уши и набить ими твою вонючую глотку? Хочешь наложить свои лапы на мой бизнес? Не выйдет, поддонок! Нет, как ты можешь? Вот он, главный! Вон там кто-то! Давай, так не убей его нахуй! Не нравится, да? Рассредоточиться! Ну все, убери, поддонок! Ты хочешь умереть за эту крысиную нору? Я это устрою! Ладно, бизнес твой, только постарайся не облажаться! Это дорогая... Дай мне так выйти! Это что у нас? Бордель. Серьезное ранение. Сух. Так ему. Сюда. Он был упрямый, сукин сын. Ну вылечите меня, блядь. Доминик, у тебя серьезное ранение. Не думай, что у них что-то серьезное. Отдохни. Да в смысле? Я не хочу отдыхать. Шеф, с этим нужно кончать. Мне написано, что тебя надо избить. Убери пушку, ты. О. Такс. Тут у нас надо убить главного говнюка. Ёб твою мать. Во. Так, бросьте в него коктейль Молотова. Ну, нормально, можно. Так. Захватить коктейль Молотова человека, бросить. Кого-то избить и кого-то убить. Все. Он пошел сюда! Уже все? Какого хрена тебе надо, а? Такс. Донато Нардо! Пока еще ничего не кончено. Донато Нардо. Нормальное имя, на самом-то деле. А
Одно пиво, пор фавор. Эй, полегче, мужик! Давай его сюда, ко мне. Пор фавор! Пощади! Я вас всех прижму! Я могу здесь пробиться. Давай ты! Ну, блядь! Мне нужна доля со всех твоих операций. Уяснил? Ладно. Тебе нужно мое заведение. Бери. Ура! Мангана теперь можно убить. Так, дальше у нас что? А угон автомобилей снова. Блять, все против нас. Менты. Армия. Ну и, соответственно, эти... Мафия. Я понял. Чё, сука? Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка. Давай деньги. Ладно, бизнес твой. Только постарайся не профукать все, каброн. Прости. Кто-то в сделку явно не входил. Ура! Оба. Это у нас что осталось? Угон автомобилей. И вот эта хуйня осталась. Что там, нелегальная хуйня с оружием? Уже поменял внешку. Школьник какой-то. Далеко я пошел, ну ладно. Да быстрее! У тебя серьезное ранение. Дом, я почти пустой. Чемпион по вышибанию дверей к вашим услугам. Давай, вперед! Ну быстрее, бля! Это любимый момент в моей работе. Кому дрова нужны? Будь рядом, понял? Ничего! Следующий, укреплю тебе между глаз. Ну давай, приходи в себя, парень. Прикончи его! Господи! Нет! Я не понимаю! Так, медика вылечили, это хорошо. Это очень хорошо. Не думаю, что у них что-то серьезное. Прикончить его, шеф. Кто меня прикрывал? Запрыгни, уходим. Не. Он все еще. Кто меня прикрывал? Вон там кто-то. Как ты можешь? Чё, я заплачу! Не надо, прошу! Каждый бизнес в этом городе платит мне долю с прибыли, чтоб ты знал. Ладно, заведение твое. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. О, бронированные машины. Круто! Ну пиздец, красота, не машина. Не думаю, что копы будут нас тут искать. Так, место захватываем, потом взрываем его. Как бы это ни казалось странным. Я могу вырубить свет, босс. Тут вырубай. Еще один. Не двигайся, тварь! Пистолет! Закрыли!
нужно было остаться в школе. Это война, бля! Я его убил нечаянно. Я думал, под ногам постреляю, и все, а тут сразу смерть. Сука. Ну ладно. Ну, короче, теперь нужно в аэропорт и во Флориду, чтобы там, во Флориде, добить Мангано. Уна чита ля фамилия Мангано. Депески. ДПСки, ППСки. Por favor, ППСки. Так, ну все, на бронированной тачке едем на базу противника. Все, Мангану пизда. На мост и до конца, блядь. Там они наверняка все уже собрались вместе, обсуждают кончину некоторых членов банды и, соответственно, думают, что делать дальше, как перегруппироваться, как начать восстанавливать свою империю криминальную. Но тут мы их и накроем, потому что, в принципе, мы только за этим и приехали. Они наверняка в курсе, что мы приехали. Они наверняка понимают, что как только их прижимают к стенке, придут за ними. То есть они во всяком случае готовятся к своей смерти. Смотри, как красиво, а? Особнячок, ебать его в защику. Берегись, у них тут снайпер. Я приду на помощь. Доминик, у тебя серьезное ранение. Держись, парень, держись. Дерись. Да ёб твою мать. Тут калибр, мое почтение, ебать. На, получай. Текс. Где ты ж, сука? Как в тебя попасть? Все классно. Троих нету. Очнись, очнись, я сказал. Там, выше, снайпер. Я вижу его. Ну брось. Чё, бля? Давай, вперёд! Давай к нему подкрадёмся. Доминик,
у тебя серьезное ранение. Справимся. Помогитесь, у них тут снайпер. Любишь кофе с кровью, а? Разобраться с этим? Смотри, снайпер. Срывай. Да бля. Ну давай, приходи в себя, парень. Не думай, что у них что-то серьезное. Это наш шанс. Ау! Тут целых три снайпера, блядь. Очнись, я сказал. Черт, все сюда! Там, там выше снайпер. Вперед! Дай ему! А ну сюда! Ура. Да бля! Доминик, у тебя серьезное ранение. Убери. На тебе! Легко я... Не сдамся! Все когда-то умирают. Все. Надеюсь, он не будет являться мне. Давай ты! Пора будить соседей. Заложи заряд. Пушка. Сейчас поставлю фил. Ну, кто следующий, а? Ся. Смотрим фейерверк. Гляди, какой будет пламя. Им урок. Все. Что, теперь больше никто меня трогать не будет здесь. Теперь надо обратно на Кубу возвращаться.